Эрлите, с добрым утром, уважаемые янаульцы. Как всегда, по средам и пятницам вас приветствует муниципальное телевидение города и района. Послушайте, пожалуйста, новости. Данил Дарвинович, расскажите, пожалуйста, вот как в колхозе имени Мичурина на сегодняшний день обстоят дела с весеннеполевыми работами? На сегодняшний день весеннеполевые работы проведены на площади где-то 80%. Мы намерены на 28 число, это в пятницу, закончить посев зерновых, яровых, ранних культур. 7 агрегатов работает в 5 бригадах на сегодняшний день. Ведем перекрестный посев, идет прикатывание за посевными агрегатами. Все агрегаты с удобрениями сеют. Пока больших трудностей нету, мелкие поломки бывают, но это только сами вводим с положения. Если крупных таких поломок не будет, ну, на 1 мая мы хотим все работы закончить. Как обстоят дела с обеспечением минеральными удобрениями и ГСИ? Пока вопросов не было, но с минеральными удобрениями маловато, конечно. Вот по сравнению с соседними регионами, Татарии, вот мы были в Татарии, там очень хорошо применяют удобрения, и урожай большой. Ну, пока вопросов нету, но маловато. Удобрений мало. Побольше было бы, и урожай чуть больше было бы. Да, понятно, Данил Дарвинович, вот весенняя полевая работа – это необходимая компания, она. Но ведь за вот этими весенними полевыми работами вы, наверное, не забывайте о животноводстве, не так ли? Ну, животноводство у нас в нашем хозяйстве особенно – это основной источник дохода хозяйства, основные деньги идут оттуда, тем более у нас свинокомплекс большой. И в животноводстве на сегодняшний день дела так уж неплохо идут. Мы надаиваем от одной коровы 11 с лишним, 11,7 литров молока на сегодняшний день. Свинопоголовье 8200 голов. Вот, апрельские результаты пока неизвестны, но пока работа свинокомплекса на первый квартал, можно сказать, лучше, чем в прошлом году. Где-то и привеса 350 грамм в среднем. И вот отрадно, когда в Уфе были, наш свинокомплекс, по данным, в республике вышел на второе место за первый квартал. Ну, это еще только нас не успокаивает, надо еще больше, потому что это самый источник жизни нашего хозяйства. Наш собеседник, главный агроном колхоза имени Мичурина, Алексей Феликс Алексеевич. Феликс Алексеевич, расскажите, пожалуйста, вот в какой бригаде мы сейчас находимся? Мы сейчас в данное время находимся в бригаде номер 4, деревня Наркан. Ну, в основном, что можно говорить про бригаду? Бригада вообще, люди тут в этой бригаде работают добросовестно. Они уже сегодня вот засеивают последние площади. Это осталось тут всего 36 гектаров незасеянных площадей. В основном, ну так, можно сказать, что посевная кампания проходит успешно, нормально, но есть некоторые проблемы, вот, хотя бы можно сказать насчет удобрений. Удобрений вообще мало. В данное время вот, в каждую неделю ездят у нас 2-4 КАМАЗа салават за удобрениями. Вчера вот два КАМАЗа приехали с удобрениями, сегодня вот, ну, удобрения уже на сегодня съем только с колес. Вносим. Ну, расскажите немного, пожалуйста, вот про людей, которые работают в этой бригаде. Точно все сам не буду говорить. Вот тут бригадир этой бригады, он подробно все объяснит, все расскажет. Так, бригадир этой бригады Василин Шарип Ишкевич. Пожалуйста, вам слово. Что надо сказать? У нас, мы должны были сеять 581 гектаров. Вот сегодня шестой день, мы уже завершаем. Почти выходит, значит, за день, за сутки 100 гектаров почти. Около 600 гектаров мы, значит, справились почти за 6 дней. Но особенно вот благодаря вот этих механизаторов наших, особенно сиялочных, ну, всех, весь коллектив нашей бригады, конечно, у нас
людьми комплектован, этими, в основном животноводы, мужики нам помогли, сеялщиками работают, вот удобрением заправляют, в основном животноводы, потому что у нас рабочих рук в бригаде немножко не хватает. Поэтому просим, всегда просили и просим, всегда они выручают нас. Ну, я, конечно, одновременно являюсь и заведующей фермой, я бригадиром комплексной бригады являюсь, поэтому и животноводы тоже у меня почти в подчинении находятся. Поэтому мы в контакте. Если животноводу нужно механизатором, они тоже помогают животноводам. Мы совместно, значит, завершаем вот такие особенно важные работы. Вот скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, вот эта весенняя, нынешняя весенняя полевая кампания, она чем-то отличается от других? Ну, почти на две недели нынче весна пришла раньше. Вот поэтому пришлось, конечно, туго, но мы всеми трудностями справились вовремя. Вот настоящий агрегат вот сейчас завершает работу к трактористу Фианов Минсади. Он вечно передовый у нас, находится в передовых рядах. А сеялщики-то, Зидияров Георгий, Мишарапов Сергей, хорошо у нас выручили, Хаспатов Николай, Шаридинов Ирик. Вот они на культивации Муфазалов, Флорид его зовут, с помощником, они уже на районной газете печатались, даже фотографии были, с помощником Васильевым Ефимом, это мой сын, у него помощником работает. Вот они, я уже как говорил, уже за 600 гектаров за 6 суток сделали. Так, еще что, вот на заправке семян, вот тракторист Мишарапов Дамир бессменно круглые сутки работает. На заправке семян, вот из Барабановской бригады шофер Суфияров Виталий, он тоже почти безотказно, и машина не подвела. А грузчиками, вот Суфьянова Венера, Галина Насима, ночную смену работали Шаридинова Зоя с этой Ахметхановой Ириной. Совсем рядом, по соседству с колхозом имени Мичурина, расположен колхоз «Заря». По сводкам управления сельского хозяйства и продовольствия, этот колхоз, хотя его руководитель тоже недавно руководит им, также в числе передовых. Впрочем, об этом и о ходе весенне-полевых работ мы попросили сказать председателя колхоза Багаева Ильсура Фанавиевича. Фанавиевич, как в колхозе «Заря» идут посевные работы? Так, на сегодняшний день, значит, на наших полях работает... Значит, три пассивных агрегата сеялки, сеялочные агрегаты. Так, еще работает, значит, 5 агрегатов культивации и 3 агрегата на каткование. Так, на сегодняшнее утро, значит, посеяно ранних зерновых на площади около 1000 гектаров, что составляет 41%. Значит, на будущее, значит, у нас план посева составляет, значит, около 2500 гектаров будет. Значит, у нас большая проблема осталась, значит, в прошлом году не спаханная зябь, что составляет около 700 гектаров. На сегодняшний день, значит, у нас работает 2 агрегата БДТ. Они, значит, обрабатывали где-то 52% по плану. К какому числу вы хотите завершить посевные работы? Окончательный срок мы собираемся в празднику закончить посевные работы. Приятно, что оба хозяйства, причем у обоих начинающих руководителей, идут пока в передовых. Пожелаем им успехов. А эти кадры уже не относятся к сельскохозяйственной теме. Даже если относятся, то лишь отчасти. Потому что это животноводческие помещения не колхозов, а подсобное хозяйство НГДУ «Краснохолмскнефть». Нужно отметить, что везде очень чисто, хотя за животными ухаживает всего трое. Сейчас у многих предприятий есть свои подсобные хозяйства. И в этом плане наш сюжет для телезрителей, конечно, не новость. То, что особенно впечатляет здесь, идеальная чистота.
том, что эти туши прекрасно обработаны, помыты, почищены, сомневаться не приходится. В конечном же счете продукция подсобного хозяйства выглядит вот так. Наш собеседник, начальник подсобного хозяйства НГДУ «Краснохолмскнефть» Ахметшин Флюр Талгатович. Когда и с какой целью было основано подсобное хозяйство НГДУ «Краснохолмскнефть»? Основное было образовано в 1986 году на базе бывшего свинарника ОРСа для обеспечения работников НГДУ собственными, как сказать, продуктами питания для улучшения. Но раньше, как сами знаете, таких подсобных хозяйств не было. Дальнейшим путь она начала развиваться. Я здесь работаю с 89 года. В 89 году поступил. После мы начали расширять подсобное хозяйство. Первые колышки под свинарник забили в 89 где-то в августе. И образовался фонд основных свай только. Были первые свои. И был здесь большой массив леса. Корчевали мы его. В дальнейшем начали строить сразу склад под зерновые культуры. В следующий, в 92-м году начали строить овощехранилище, к осени достроили. Вот в прошлом году, в августе, первые колышки забили под этот убойный цех. Была уже тогда заключена договор с итальянской фирмой «Техносервис». Были закуплены оборудование. Вот с этого момента к 28 декабря пустили этот убойный цех и колбасный цех. 29 утра уже дегустировали первую колбасу. Этот самый впечатляющий момент остался на памяти. Даже самому не верится, как это делается. Скажите, а вот какова мощность вашего колбасного цеха? Ну, мощность колбасного вот, может 200 килограмм. Колбасы выпустить и 600 килограмм копченостей. Но пока мы этот не совсем освоили, до 100 килограмм мы можем выпустить колбасных изделий и до 300 можем копченостей. Вот недавно, позавчера уехал технолог итальянский, Вальтер приезжал. Он нам все показал, как делается. И сами практиковались. Оказывается, можно много видов можно колбас делать. И самому как-то интересно. Хорошо получается. И сам пробовал, как это делать. Скажите, а вот в свободной торговле можно увидеть вашу продукцию? На свободной торговле это не будет, потому что мы работаем только для нефтяников и мало выпускаем. Если бы больше выпустили бы, может, она появилась. У нас же как мини-колбасный только этот, в отдельном вагончике там, специально установленное оборудование, и мощность этого колбасного не позволяет. Наверное, не зря говорят, что лучшие повара, кулинары не женщины, как принято считать, а мужчины. Заметьте, в колбасном цехе нет ни одной женщины. Как сказали в шутку сами мужчины, и шум меньше. И потом вы посмотрите на их серьезно сосредоточенные лица. Для них это производство не просто работа, а целый ритуал. Итальянское оборудование, которое само по себе вызывает уважение, санитарные условия, продукты, из которых изготавливаются шпик, колбасы различных сортов. Все это, конечно, пока еще рассчитано не на большое количество потребителей. Сколько человек у вас здесь работает? Здесь в военном цехе работает 6 человек. Всего? Всего. В подсобном хозяйстве? В подсобном всего работает 23 человека со мной. Скажите, а вот что у вас в перспективе?
Что вы предполагаете, о чем вы мечтаете? Мечтаем, это дополнительно, вот у нас ведется, этот, завершается строительство свинарника от кормочника. И чтобы уменьшить затраты, нужно собственная корма. Для собственных кормов нужны дополнительные земельные площади, не менее 300 гектаров. И в дальнейшем все благоустроить, построить мехмастерскую для ремонта сельхозмашин. Раз земля есть, так сельхозмашина есть, так его где-то ремонтировать надо. Создать благоприятные условия для ремонта. А здесь ваше рентабельно? Ну, пока оно не рентабельно, конечно, оборудование все дорогое, но со временем, я думаю, окупимся, свои корма будет, и качество продукции будем этот улучшать, выпуск качества продукции, и цена на рынке, соответственно, увеличится. Значит, подсобное хозяйство НГДУ будет жить? Конечно, будет жить. Куда? Это обязательно расширять надо, чтобы и работника НГДУ даже приятно, вот они сюда приезжают и сразу удивляются, этот, какое красивое оборудование, все, вот, даже вот вид продукции, один вид только продукции, какой отлично, это качество и вид хороший, и основной костяк рабочих вот более-менее уже налаживаем, налаживаемся, работаем. Ну что ж, успехов вам. Спасибо. В перспективе у подсобного хозяйства НГДУ много планов, которые нужно воплотить в реальность. В свободной торговле пока нет их продукции, все производство нацелено на прямых потребителей нефтяников. Не приходится сомневаться и во вкусовых качествах продукции. Производители не жалеют ни приправ, ни пряностей для того, чтобы колбасы были отменными. Убедились в этом и сами нефтяники. Так что успехов работникам подсобного хозяйства в их дальнейшей работе, расширения их производства. Мы продолжаем рубрику, посвященную 50-летию Великой Победы. Сегодня наш герой – участник войны Шакир Муланур Шакирович. Правый министр Сушка, не сеньши ил накиткан из Хошан, не шигарак шул халлар назрак искать шерубал газали. Меня тоже жда, вот это студенщина, вот сентябрь, он тоже жда, что уже есть так-то, бензин Сушка мобилизация воинча, Жибердилер колхозда эшләдерем шофер булып. Шу колхозның машинасы белән киттем. Сез бу вакытта колхозда эшләп йөрдегез бит инде менә? Колхозда машина белән эшләдерем шофер булып. Шуннан соң менә нинди фронтка эләктегез, сөйләп сөйләп китегез әле, пожалуйста. Шуннан без барып бушатылдык Старый Руссага. Вот, шуннан Старый Руссадан 39-нчы елның октябрендә Финс границасына ебәрләр Финляндиягә. Вот, Финляндияда булдым 40-нчы елның челләреннән әйтәм инде, уже күзгә кадәр буенча пышты булдым инде. Кына белән эшләдем. Санитарный машина бирделәр, анда баргачтан мин үзебезне барган алдылар машинаның. Санчаста эшләдем анда. Ранник эшләр ташып. Муланур абый, менә сез Бөек Ватан сугышының башлануын ничегерәк белдегез? Менә нинди обстановкада, азрак исегезгә төшереп китә алмассызмы? Мин кайтканым, кайткач шундый аз гына да йөрдек тә, уже бу сугыш башлангачтан яңадан алдылар. Все. Инде Ленинградтан башлап Эстония, Латвия, Литва, и Кинезберекке кадәр бардык. Кинезберектә булдык. Сугыш беткәчтән. Сугыш беткәчтән Кинезберектән бер ай ярым үткәч микән, яңадан безне җибәрделәр уже Япония ягына. 39-нчы армия белән идек без. Также шул батальоник без
автобатальон степна на дрегенде, нинеке, утстогденщия армиянин, шул целый батальон и целый армия, утстогденщия армия, кеттек уже барып түштек Кытайга, Порт-Артурга. Вот, анда тағы жылдан ортағырақ болдым. Былай болып шыға бетен, сіз Бүйік Ватан соғышынан үйге қойтмадығыз, торы соғышқа кеттігіз, екінші соғышқа. Да, мына ұзып кеттік, көйіз білем. Шолай. Үшінші соғышқа ана шында кетті менде бұша. Шолай, әміне, Мұлан Орабы мына Бүйік Ватан соғышынан ең істе қалған сізге моменті ненде болды, еске түшіресіз ме? Ең қиын шағыдыр ма? Еске қалған шағыны ана шол кеңіз берек нұғалу. Вот, Эстония, Латвия, Литвана, алғаштан уже кенезерек алынды. Ай шонда соғыш, біздің үшін как будто біттейінде ол соғыш. Әл соғыш әлі бітмеген еді. Мына, сізіне немец балалары, немец қатынлары, оларында ерлері соғышқан, только олар сізге қаршы соғышқанлар бітейді. Неше керек қаршы алыдылар, сіз еске түшіресіз? Немец халықларын, қатын-қызларын көрбәдім сенде харам түгіл. Ну, халқы, мына, ураңызды көргенсіздер. Әйбәт қаршылалар. Әйбәт. Дары бірне қадары қатынлары біздің армияны абыслужу дейтті. Шол керек бетін аларда ішілер бұла бет шында біздің үшін. Ошарға, анан-кер барыянда сыйыр тұттылар. Сүт керек бет тоже, ит керек. Әлі біз анда... Алар әзірек тәрілген болғанлар да, аны қатырға түшіріп болаларға да дикнік сүйлей ұланы. Бек қаты тиф ауруы қосыл болған, тиф білен шерлегендер алар, госпитлге солғанлар. Алар бұтын әлсіз болғанлар, аларын госпитлден шығарғанлар да бір транспортта юқ дейі. Алар жәй әуіліп кеткенлер, қәл юқ. Суғышқа өзләрің шастары кеткенлер қазір. Шуннан барабыз бір тілім эпидемия жоқ дей, хәл бітті дейіп, жәйеулеп, әлі 4-5 сутка бардық дейі. Халит әйтегіне өзлерің шәстеріне барып жеткенлер, шәстерінде алары бек әйбәт қабыл еткенлер. Аннан шулай да әлі ошап та тұрмадық дейі, давай урман кетерге, урман шығарға барыға деп әйтелер дейі, ұтын алып қатырға керек қадыр жоғарға. Анда кеткенлер, анда тағын ұтынлар алып қайттық дейі, анда әдірек енді ошағанлар енді, тұра-тұрағына аннан хәл керді дейі енді. Міне шуына гіл сүйлей енді ол бітіне де ісінен шықмай, аның хәлі бітіне болмаған. Аннан аның машинасына пулі түшіп, нәй машинасы жона башылаған әлі кабина, бомба төшіп, аннан аңа қапқан әнәнің қазір қошлары да жоқ, қошынан жанған енді. Ана қорт әтей, нишләп сенің қошың жоқ деп, балалар сұрайлар, аннан шул істәлікні тағын есінде қалдырып, бекініқ сөйлейінді. Нешік шықтым мен кабинадан, өзім құтылып қалдым дейінді. Яның істе қолды. Машинасы жанған енді. Әгер де хәлі болмаса аның теге, өзі де шығалмай қалған болар еді. Мұлла Нұрда мені бәқтіме істен жүріп қойтқан, мұнда істекке мен 47-ші елінде келдім, мені 48-ші елінде келдім, анан енді ол 48-ның башындағына қойтқан, шындан аңа тұрмышқа шықтым. Мұлла Нұра өбілі бәқітлі тұрмыш кешердік? Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, бекнық шүкір етем, үшләді, мені үшләді кіш арасында, күннәшуіні, талашуіні білмеді, Аллаға шүкір. Хамман культура қызлар білен, медицина қызлар білен де бірге ерге тұркілді қойдан ендей. Мерепіретте өте мен аннан қолмадым, түнгі сағат 2-лерді қойта тұрғаны ем, ұл уақытада өзі ішігін ашып көреттіп, елі қаршала тұрғаны мене шуңа ішілерге мүмкіншілік болды. Әгер де ол қолықсыз болып, алай болай болса, мен езінде шығылмай атқан болар ем. Аллаға шүкір. Неше бала өстірдіңіз? Балаларымыз 5 бала, 6 балайы. Алар енді қазір 4-тәулер, алар да Аллаға шүкір башлы көзі болдылар. Бұнықларымыз, бұнышқаларымыз бар. Алар да келелер қынаққа, қортетейінді, нәйдеп енді, алар тағын жыл қоршалып ұзатабыз енді. Ну, қазір сәлеметтіктеріміз қақшап бар енді, әлі Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, бар да бар. Қуанып ешейбіз, еліміз таныш болсын біне. Үйімізде соуымыз бар. Міне қазір әлі газ өтті Аллаға шүкір. Алдағы күндерде Утын брекет деп ендігесі болмаз, елі біз таныш болсын, көклер біз ояз болсын. Үш башындағы халықларымызға
тауфик берип исән эшләсеннәр. Без илнең көннең тынычлыгын, балаларның исәнлеген үзе безгә җан тынычлыгы, тән тазалыгы теләп ятабыз инде хәзер Аллага шөкер. Истек ал советыннан гына да 270 кеше халак булды. Күпләр алган яралардан үлде. Алар җиңүчеләр бүген менә шуның өчендә вакыйгаларның уртасында булырга, үзләренә иң җаваплы һәм авыррак эш аларга тырышты. Бүген ветераннарның күкрәген хәрби һәм тыныч хезмәт бүләкләре бизи. Аларның сугыштан соңгы тормышлары бер төрле. Нинди генә эш башкарсалар да, яхшырак, сыйфатлырак эшләргә тырыштылар. Киләчәк өчен яшәделәр. Әгәр бүген без колхоз производствосында гына түгел, аһалы хуҗалыгының башка тармакларында да яуланганнар турында сөйлибез икән, биредә өлкән буыннарның Мулланур Шакирович Шакировның да ару талгусыз эшләү нигезендә итешүебез турында истә тутырга тиешбез. Ники отдыхать в своем коллективе. На днях в Доме техники нефтяников нашего города для своих земляков выступил танцевальный коллектив «Зифа». Два года назад в Доме техники нефтяников был организован танцевальный коллектив «Зифа» по инициативе балетмейстеров Дома техники Герасимовой Раили Рашитовны и Яртиевой Эльзиры Емеловны. В танцевальную группу входят 9 человек. Это увлеченные, талантливые, красивые девушки, преданные танцу, которые совмещают репетиции, выступления с основной работой. А профессии у них самые разнообразные. Это и медики, учителя, воспитатели, нефтяники, студенты медучилища. Только влюбленность в танец дает им возможность так красиво исполнять танцы. Особо нужно отметить руководителей этого ансамбля. Герасимова Раиля Рашитовна уже 20 лет радует танцами янаульцев, из них 8 лет она в коллективе Дома техники нефтяников. Пользуется огромной любовью и уважением в коллективе и у зрителей. Яртиева Эльзира Емеловна со школьных лет ходила в танцевальный кружок Дома техники, поступила в культпросвет училище города Стерлитамака, хореографическое отделение, после окончания которого в 1990 году вернулась в родной город.
танцы сливаются музыка и пластический образ. Танец – это ожившая скульптура, как бы сошедшая с пьедестала. Своими танцами завоевали девушки сердца зрителей своей мягкостью, изяществом и женственностью. Благодаря стараниям и любви к танцу стали девушки обладателями диплома первой степени в конкурсе «Молодые голоса» в танце «Наездница» солистка Яртиева Эльзира. В этом танце выражается своеобразность уральской земли, которая наделила душу народа добротой и впитала ее могучую и ласковую красоту, ведь башкиры издавна стремились воплотить в своем творчестве все многообразие звуков и красок родного края. Исключительное место коня в жизни башкир нашло своеобразное отражение в искусстве музыки и танца. Здесь, в этом танце, ярко выражается темперамент, задор, отвага, удаль нашего народа. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До свидания.